Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Jane Wild. Так, ну что же нам здесь выпадет? Покажи. Не понял, ребята. Что-то... А, вот. В общей сложности 6000 монет. Слушай, ну это неплохо. Давай-ка мы с вами, наверное, миссия 2. Забираем реворд. Еще тыщенка. А здесь нам 2000. Шикарно. Так, хорошо. Теперь мне остается забежать только в магазин и немножечко, наверное, прикупить. Прикупить себе что? Давай посмотрим, что у нас здесь. 14 тысяч у меня, ребята, денег. Давай-ка я посмотрим, ребят, что это за фишган, что это за такое оружие. Наверное, рыбками может стрелять или еще что-то. Не знаю, серьезно вам говорю. Будем сейчас с вами проверять. Давайте еще даже улучшим его на один уровень. Так, ну что же, мы с вами где остановились? По-моему, в Луизиане. Мы еще не прошли с вами два уровня, это четвертый и пятый, поэтому поехали. Так, возьмем мы с вами... Ух, ничего себе. Да, вот это оружие у нас так выглядит, да? Тогда мы отказываемся с вами от... От чего? От дробовика, что ли? Или от пистолета? Или я не могу, ребята, от пистолета отказаться? Что-то я не врублюсь, если честно. Так, ну это понятно, это все у нас есть. Вот, вот так это должно, наверное, выглядеть, по большому счету, да? Пистолет. Так, секунду, вот, вот так вот мы с вами делаем. Поехали. Ну, естественно, загрузка, как же без этого. И давайте смотреть. Я взял, да, ребят, я взял это оружие. Ёлки-палки, ты понял, что оно делает? Вот так-то, будешь знать. То есть это, грубо говоря, у нас как гранатомет получается. А ну-ка проверим. Ё-парасоте. Патронов, конечно, маловато, но тем не менее, иди отсюда. Ну, на одного, ребята, как-то это не целенаправленно тратить, да? Давай вызовем напарничка нам. Погнали. В расход их всех, естественно. Ой, чуть я не заметил, на самом деле, что тут еще один ханорик у нас появился. Так. Оу-оу-оу-оу-оу, тихонько. Не надо буянить. Не надо реплики. Так, скелетик мой рассыпался. Ну и, видимо, он, ребята, на определенное количество времени давался. Так, разносим всех этих халабут. Нормулька. Жалко, конечно, что здесь нет, ребята, вот такого быстрого выбора оружия. Постоянно приходится вот так вот перещелкивать. И это немножко напрягает, если честно. О, дробовичок тоже неплохой. Кстати, мне подписчики написали, что пистолет дешевое, но сердитое оружие. Не знаю, ребят. Я таким оружием считаю дробовик. Смотри, как оно сносит просто всех. На раз-два. Никого не оставляет. Давай-ка попробуем. Ух, елки-палки, отходим, 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 отходим. Вау. Так, ну бомби, бомби, бомби. Черт, они меня окружают, ребят, со всех сторон. Так, бомбим. Ух, жестко. Так, мне нужна, ребята, аптечка. Потому что у меня мало здоровья. Вон, вон две аптечки, ребят, только они исчезли. Что же вы так не вовремя-то, а? Надеюсь, босса никакого не будет? Или будет? Чую я, что скоро босс. Летучие мыши, ладно, это ерунда все. Для нас это ерундистика. Все, ребят, скелетик опять у меня рассыпался. И мы с вами дошли до оружейки. То есть уровень, ребята, у нас пройден. И это хорошо. Мой реворд, это, ребята, две таблеточки. Две таблеточки всего лишь. А, нет, подожди-ка, может быть, мы с вами все-таки прошли, ребят. Да, мы звезды не заработали, скорее всего, а пройти уровень этот прошли. Слушай, ну тогда я могу... Что? Хм, в Мехико перебраться. Салон. Ну что же. Так, а чтобы вот это надо, наверное, что-то пройти, ребят, чтобы открыть. Ладно, давайте посмотрим, что у нас тут творится в Мехико. Так, я оставляю все то же самое, что у меня есть. Поехали. Так, мы заходим с вами в бар. Типа, налей-ка мне, парень, рюмашечку. Мы выпиваем, и... Чувак нам задает какой-то вопрос. Но, видите, ребята, он поплатился. Он за это поплатился, мы его просто в башню снесли. Вот так вот, короче, салон демонов это у нас получается, да? Так что, ребят, давайте бомбить всех неверных и неправедных, кто здесь будет у нас находиться. Это, знаете, мне сразу напомнило финта Квентина Тарантино. Помните, да? Где они в баре-то были,
И там все превратились в мертвецов. Так. Слушай, хорош что-то, а? Уезживаться-то. Дайте-ка мне... О, у меня закончились, ребят, к сожалению, патроны. Подберем, наверное, стрелы у нас тоже в запасе. Есть. Давай-давай-давай, родной мой, помогай. Сколько же их тут, а, этих паршивцев, ребят, сколько их тут много. Ё-моё, а там-то еще что за чудище, ребят, появилось. Ты посмотри. Посмотри на него, ребят, он Оу, тут еще и мышь кусает, не видел ее. Да что такое-то, я не могу понять, что... Докопалось до меня. Что за ханорик, ребят, такой? Ой-ой-ой, бум, большой был взрыв. Мне дали немножко патронов. Но на самом деле мне нужна аптечка. Смотрите, ребята, я вижу человека. Там, ладно, скелет играет. Но вот это же девушка, насколько я могу понимать. Это же не мертвец какой-то там. Так, давай, браток, выходи, ты мне нужен. Ты очень мне хорошо помогаешь. Ребят, все-таки есть люди здесь. Вон, смотрите, за барной стойкой, например, чувак стоит. Вполне живехонькин. По крайней мере, выглядит именно так. А вот эти вот ковбои, которые тут на меня. Это да, ребят, это чистая нежить собственной персоной. Расколбас у нас полнейший идет здесь. Ну что, что такое происходит, ребят? Отлично. Ну, врагов здесь в разы, ребята, больше стало. Вы сами это прекрасно видите. Они... Одна волна за другой выпадает. Дай-ка я возьму вот эту вот штучку. Не буду, как говорится, на них тут смотреть, шутковать. Хватит, завязываем с этими шутками. Но уже я, знаешь, что скажу? Дробовичку-то приходится, ребята, два разика бомбить, чтобы подбить. Вот оно. Я понял. Не прокатит, значит, такой вариант, да? Слушай, это плохо. Да ну, отвяньте вы все от меня. Мыши летучие. Так, давай-давай-давай-давай. Эй! Что такое? Почему не подбило? Не добила ты его. Давай-давай-давай, родная моя. Надо улучшать, по-моему, ребят, нам гатлинг. Если мы хотим здесь как-то выживать. Потому что, ну, видите сами, что происходит. Они не поддаются. То есть мы их расстреливаем, но они... Не сдаются так легко и просто. Летучие мыши, да, остались такими же ватными, как и были. А вот в остальном надо еще, ребят, посмотреть. Смотрите, подглядывает. Смойся, тебе сюда не звали. Вылез он там на помостике. Так, началось, ребята. О, еще бомбочки. Ладно, хорошо. Идем, идем. Ребят, слишком действительно длинный уровень. И вы видите, да, что сзади меня преследует ханорик. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Будем расстреливать его. Вот, бум, отлично, взорвался. У меня 300 патронов, ребята, осталось всего лишь для гатлинга. Это очень мало на самом деле. Да что такое-то, он... Блин, ну-ка, выходи. Выходи, Патрик, будешь помогать мне. Почему Патрик, не знаю, ребят. Потому что Патрик. Ох, как хорошо он взрывается. Смачно просто. Дай-ка я, ребят, наверное, ускорение себе небольшое сделаю. Вот так вот. Все, мы полностью с вами... Опс, опс, вот это, ребят, попадос. У меня закончились патроны. Да, ё-моё, в ближнем бою, ребята, когда мы слишком близко, мы по ним не попадаем. Поэтому нужно держать определенную дистанцию. Вот что я могу сказать точно. Но патронов-то у меня тоже здесь не так уж и много. Плюс долгая перезарядка. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, что там, ребят, происходит? Происходит там жестко. Иди отсюда. Да сдулся отсюда, нечего тут тебе делать. Да что ты, смотри, я не могу их подбить. Так, минус, минус, отлично. Нет, не минус, ребят, ползет. Ханорик ползет все-таки. Да что ж ты будешь делать. Дай аптечку сюда, аптечка мне нужна. Справился. 28, ребят, патронов всего. Да что ж, дай-ка я подберу. Вот это мне надо. Уйди отсюда, мышь. Успел я взять или нет, ребят, снаряды? Как-то я прозевакал этот момент, если честно. Ну-ка, иди отсюда. Добили. О, ребят, я прошел. Так, сколько у нас денег, кстати, неплохо. 5000. Я даже что-то успел насобирать. Так, заходим с вами в магазин и покупаем. Ну, во-первых, мне нужны патроны. Патроны для нашего гатлинга. Это в обязательном порядке, ребят. Без них я... Никуда не пойду и не хочу ничего делать. Слушай, а мы можем с вами здесь что-то купить? Мы могли бы, если бы у нас было бы денег. 10 тысяч это минималка, да, нужна уже для того, чтобы что-то приобрести. Хорошо, давай посмотрим, что у нас по одежке.
По одежке пока ничего, но вот это, по-моему, скоро может открыться у нас, да? Нужно 50 пилюль, а у нас только лишь 11. Хм, здесь 70, но 10 бандан. Ладно, хорошо. Из нового вида оружия у нас больше ничего нету, но мы можем... 10 тысяч стоит следующее улучшение. Давай тогда мы пропаем себе дробовик. Да, ребята, он у нас был, оказывается, первого уровня. Только сейчас я его прокачал. Отлично. И купим себе маленечко патронов. Все, ребята, я готов. Поехали. Второй уровень у нас. Да, отлично. Так и оставим все. Так, потихоньку, не спеша, ребята. Мы идем с вами. Идем. Я просто встретился нам на нашем пути. Вот этот вот... Фига, ребят, мы его дамажим, дамажим. Тихо. Вот так. Там только глаза в разные стороны подлетали. О, забористый музон пошел. Очень забористый. Слушай, ну дробовик второго уровня уже хоть что-то, ребята. Уже хоть какой-то урон. Не какой-то, а я бы сказал, даже колоссальный урон наносим. И я возьму, наверное, вот эту штуку. Бомбить будем сейчас по чернаку. Иди отсюда. Так, ну естественно, монетки надо собирать. Как же без монеток-то? У нас очень мало, ребят, патронов. Точнее, снарядов. 7 снарядов всего лишь-то. Всего лишь 7 снарядов. Бум! Шикарно. Давай-ка возьму я гатлинг лучше. Гатлинг нужно, ребят, прокачать до все-таки 3 уровня. Чтобы, ну, уже чувствовать себя здесь поувереннее. Мне кажется, надо сделать так. Ну, 10 тысяч это тоже, извините меня, солидные довольно-таки деньги. В данный момент у нас даже тыщенки не накоплено. Упс. Так, давай, парень, выходи. Ты мне здесь нужен. Будем с тобой вместе тут с ними справляться. Так. Тихо, тихо, тихо. Хорош буянить-то. Монетки отдайте только. Деньги. Мне нужны деньги. Мне не нужны ваши головы. Мне нужны ваши деньги. Так, тихо. Разошелся. Так, собачка. Пошла отсюда. Ну, вроде бы пока неплохо. Тут я думал, что это мой напарник идет. Это, ребят, уже левый какой-то скелетон. Это левый скелетон. Ну, давай, давай, расстреливаем его. Перегрев у нас идет. Так, ну. Бумкой. Отлично, ребят. Только глаза отлетели в разные стороны. Двигаемся дальше. О, Роджер откатился. Это хорошо, ребят. Этот парень меня устраивает. Так, собака. Роджер, давай, бомби. Расстреливай всех, кого увидишь только. Так, слушай, аккуратно, аккуратно надо. Оу. Давай вот здесь вот подбомбим этого хмырисоса. Чики-заза, нормуль. Так, собака, иди отсюда. Ой-ой-ой-ой, сзади, из-под тишка, прям по спине. Надгробной плитой этой мне дали, а? Хмыри. Ребята, Роджера нужно вызывать. Блин, а у него откат. Причем довольно долгий. Что ж такое-то, а? Ну, Роджера призвали. Собака, иди отсюда. Сейчас этого завалим с вами. Бумс, отлично. Жалко, что нету здесь, ребята, какого-то этого. Ну, сколько расстояния нам нужно еще идти. Датчика, счетчика, как хотите называть его. Так было бы прикольнее. Что там? Ага, понял. На нас напали, да? Со всех сторон. Ну, якобы. Опа, ребят, смотрите, бармен. О-о, это, видимо, ребята, новый какой-то босс. А если я так сделаю? Подбил я его? Отходим, 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 отходим. Давай-ка, парень, ты мне здесь понадобишься. Видишь, там какой противный чушок находится. Он три бомбочки, ребят, бросает. Три бомбочки. Оу, чуть было не подбил меня. Да что ж ты будешь делать-то? А, жучара. Так, я не знаю даже, что сделать-то мне. Так, нужно подождать, пока вот это вот все откатится. А может быть, я зря захожу сюда? Мне приходится его все заново бомбить. Можем испытать вот с помощью вот этой вот пушки. Правда, не так много снарядов, как хотелось бы, но фиг его знает, ребят. Попытка не пытка, попробуем. А, вот так он уже лежит, он уже отдуплился. Это хорошо. Это, ребят, хорошо, что он отдуплился. Так, двигаемся. То есть, я так и не понял, это был босс или это был просто обычный противник? Но довольно хитрый, каверзый. Спрятался за барную стойку и бросал в нас. Ё-моё. Тихо, 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 тихо. Чуть было
Не попался. Просто у меня очень мало ребят здоровья. Мне нужна аптечка, по большому-то счету. Я думаю, что вы со мной согласитесь, да? ХПшки на минимуме. Ну-ка, вот так вот бомбанем. Конечно, мне мой напарничек очень хорошо помогает. Я имею в виду про Роджера. Но его здесь нету. И сколько мне еще идти, я не знаю, ребят. Так, воу-воу-воу-воу-воу. Да отвали ты! Блин, у меня кончились патроны, ребят. Я на микронах живу. Фу, он прямо из-под ног, ребята, появился. Ну что же, очередная моя попытка второй миссии на прохождение, ребята. 1000 патронов, да? Блин, мало. Мало, но ничего не поделаешь. Поехали. Попробуем справиться. Ага. Сейчас мы его накумарим, отлично. Готовченко. Тут самое, знаете, что самое противное, ребят? Что вот эти вот чувачки, которые вылазят с гробами, они могут прямо из-под ног у тебя вылезти. И этого никак не определить. Попробуем. Ага. Разнесли башню. Башню, башку. Тихо ты, кусается еще, а. Так, еще один вылез. Да что такое-то, а? Видишь, они прям, ребята, из-под ног вылазят. Гады эти. Их не определить, где он тут вылезет в ту или другую секунду. Прям перед тобой, не где-нибудь здесь вот, а прям вот, видишь. Так, что такое? Почему у меня такой гатлинг слабенький, а, ребят? Так, разнесли. Вообще откуда-то из воздуха прям собираются. Вот, вот, вот об этих я говорил. Сколько ты берешься, гаденыш, блин. Так, надо вот так сделать, скорее всего, ребята. Так, давай. Блин, нам придется же опять этого валить, да, ребят, бармена. Да, бармена нам придется с вами здесь бомбить заново. Так, поехали. Пойдем, ребята. Блин, да что такое, что-то там застряло. Кто-то ее там схватил, что ли, не могу понять. Не могла вообще двинуться. Ну, да когда что дуплишься? Не могу. Давай так сделаем. Е. Все, разлетелись мозги. Так, минусуем этих. Двигаемся дальше. Так, а вот, ребята. О, тихо. Давай-ка не выделываемся. Аккуратненько. Ребят, собака эта со взрывчаткой прибежала тут. Да сколько же вас, а? Ё-моё, и тут еще. Уже здоровья нету, ребят. Уже нет здоровья. Офигеть. Ну что там еще? Собака, вали отсюда. Так, мне нужны монеты, естественно, ребята, деньги. Эти скелеты у нас тут. Безголовые уже. И никакой аптечки здесь, по ходу дела, не предвидится, да, я могу понимать? Вот она, аптечку мне дали, ну молодцы. Смотрите, ребята, да? Голова медведя сверху. С рукой. Прикольно. Так, двигаемся дальше. Так, собака, иди отсюда. Давай этого хламона подобьем. Типа какой-то, типа шерифа, да? Да, якобы когда-то был шериф. Так, двигаемся. Интересно, мы дальше? Нет, не дальше, ребят. Потому что мы еще не дошли до чувачка, который за барной стойкой. Который будет в нас бросать свои рюмки-гранаты, так скажем. По-моему, где-то вот сейчас здесь уже он должен быть. Почти доходим до него. Так, уйди отсюда. Ну вот как вот это, ребята, он появился из-под ног. Я в него успел выстрелить, и все равно он здоровье отнял. Каким образом? Блин, я не понимаю вот этого. Как он умудряется так? А вот, ребята, и барная стойка, кстати. Вот она. Так, надо здесь, ребят, на ускорение его валить. И я все-таки хочу попробовать вот так его бомбануть. Ага. Попал, не попал, не пойму я. Так, тут взрывчики прошли. Мой кореш рассыпался. Так, все, у меня закончилось оружие, ребят. А он еще живой. Он еще живой, ты представляешь? Живее всех живых. Расстреливаем. И отходим, расстреливаем и отходим. Только такая тактика, ребят, здесь может сработать. Все, я его подбил. Ну что же, отсюда идет отсчет, ребят. У нас с вами. Потому что после него уже начинается какая-то жесть на самом деле. Где меня, в принципе, и разбомбили.
Поэтому надо быть аккуратным. Аккуратным, осторожным и четким. Так. И самое главное, что у меня очень мало, ребят, патронов. Что тут, что тут. И это опечаливает на самом деле. Ну, дайте мне патронов, а, гаденыши. Чего вы не даете мне боеприпасы? Так, мыши летучие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне пришлось так сделать, ребят. Иначе вы просто убили бы. Да хорош вам уже, мыши. Да вы достали, серьезно. Два, ребята, патрона. Ты будешь что-то делать-то? А, пупеть. Опять здоровья нету. Опять, по-моему, ребята, фейл. Слушай, это что, специально, что ли, так делается? Я не пойму. Это, по-моему, так делается, ребят, специально. Значит, мне нужно где-то заработать деньги. Давай попробуем здесь вот пятый уровень пройти. Мне нужны деньги, без них никак. Фух, опять у нас этот чувак такой во рту нож. Пипец. Картинки, конечно, зловещие. Так, у нас, кстати, здесь не так уж и много патронов. Мне, наверное, надо было, ребят, взять здесь пистолет. С горячухи я, по-моему, сюда пошел. На самом деле. Слушай, если мы с вами пропаем свое оружие до третьего уровня, я думаю, что... Опс. Все, ребята, 275 патронов у меня всего лишь-то. Понимаешь, а как я тут должен проходить? Давай, собака, взорвайся. Так, мы что-то с вами подобрали. Да, подобрали немножко патронов для нашего обреза. Тут, по крайней мере, ну, видите сами, достаточно одного выстрела, и они падают. Это хорошо. Там нужно, ребята, по два выстрела делать. Шикарно. Упс, упс. А вот, ребята, и закончились у меня патрончики. Блин, надо было взять пистолет все-таки с собой. У меня на пистолете просто патронов немерено. А сейчас закончится у меня здесь, и что я буду делать? Давай помощь себе, что ли, позовем. Черт, не дают вообще никаких боеприпасов. Что за дела-то? Давай так вот пинать будем ногами. Нате всем. Угу, для дробаша взял 8 патронов. Хорошо, хоть что-то. Так, мой кореш рассыпался, к сожалению. Кореш. Так, 5 патронов у меня всего лишь, ребят. 5 патронов. Да что такое? 3 раза надо выстрелить в этого гада, чтобы он уничтожился. 1 патрон. Все. Приплыли. Я теперь без 50 пуль на гатлинге. Ой, ребят, не знаю. Не знаю, как мы тут с вами. Во! Отлично, еще взял патрончиков маленько. И все. По-моему, мы здесь сфейлимся из-за одного только, ребят. Мы здесь сфейлимся из-за того, что у меня закончатся просто боеприпасы. А, так, тихо-тихо, ребята. Да, ну вы поняли, почему, ребята, проиграл. У меня элементарно уже не было боеприпасов. Это говорит только об одном, что их нужно покупать сейчас в обязательном порядке. Денег у нас пока хватает, поэтому давайте приобретать. Будем приобретать, и, наверное, также нам нужно приобрести на дробовик. Так, сколько? 60 максимально мы можем с вами таскать. А значит, забиваем полностью весь барабан. Так, и здесь тоже забиваем. Все, последний раз покупаем. Все, максимальное количество. И все равно я этот уровень пройду. Никуда он от меня не денется. Погнали. Я даже думаю, наверное, мы вот так вот пойдем с вами на ускорение, чтобы быстрее его пройти. Вызовем своего напарничка, бывалого, как говорится, да? Ну. Хорош вот, выеживаться мне еще. Расколбас полнейший, конечно, тут идет у нас. Просто это как эти лопаются у нас тут. Так, что, напарничек мой исчез, да? К сожалению, да, ребята, напарничек мой исчез. Поэтому берем гатлинг. Без гатлинга тут... Кто там сзади? Я думаю, что такое? Иди отсюда, собака. Мешаешься только мне здесь, нервируешь. Так, аптечка. И двигаемся с вами далее. Я так понимаю, гатлинг, если, например, у нас будет третьего уровня, у него, наверное, будет и больше патронов, и он будет не так быстро перенагреваться, да? Скорее всего, так будет все это дело обстоять. Так, собака, иди отсюда.
Упс, не успел, к сожалению, ребят, я ее пнуть. Ладно, нам повезло. Шикарно. Давай, 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 в разнос всех. Что там еще? Сзади мешает. Давай, дружище, выходи. Ты мне здесь нужен, будешь помогать. Оп, сразу же 1000 голды, ребят, набил. Неплохо. С одной заходочки 1000 голдишки. Идите отсюда лесом. Мы, ребят, с вами копим от какой-то вот здесь ярости. И чем больше у нас, тем больше умножение проходит. То есть, как бы там очки наши, деньги умножаются. И мы получаем с вами оптимальный, как говорится, оптимальное количество денег. Да что ты будешь делать-то? Так, мы попробуем так сделать. Ага. То есть, если они в гробах, то есть мы уничтожаем просто гроб. Все, я понял. Они уничтожаются только если уже без гроба. Да хорош, что-то вас много-то. Эй! Это, по-моему, ребят, какая-то ловушка здесь, судя по всему. Давай, 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 дружище, помогай мне. Валим этих хламонов. Поехали. Сейчас почему-то всего 60 голды. Вот. Оу! Старый знакомый. Но здесь мы его порвем, ребят. Мы уже, как говорится, не таких бомбили с вами. Сосунок. Так, еще один. Ага. Так, ползет. А, помоги мне. Никакой тебе не будет пощады вообще. Ребята, у меня уже 3000 голды. Я думаю, что вот на этих уровнях самое то зарабатывать деньги. Если мы хотим с вами 10 тысяч. 10 тысяч для того, чтобы улучшить следующий апчик сделать для нашего оружия. Офигеть, ребята. А что тогда дальше будет? Я боюсь представить. А дальше будет, наверное, там очень много. 20 тысяч, 50 тысяч, да? Для следующего улучшения. Хе-хе. Будет прикольно. Так, ну что? Где у нас там? Босс какой-нибудь будет или что? Или не будет? Идем, идем, ребята, идем. С вами бодрой походкой. Головешки полетели. Так, шикарно. Тут в разнос всех. Так, скелетик, успокойся, а. Не, хорош, хорош, короче, напарник вот этот, ребят, на самом деле, очень хорош. Оу! Мне просто сейчас повезло. Крупно, ребят, повезло. Ну, где, кто? Собачка. Блин, не успел я ее пнуть. Опс, а вот это, ребята, босс. Машинист это, оказывается, у нас. Что он там делает, ребят? Он стреляет. Хорошо, давай мы с ним немножечко по-другому поговорим. Я думаю, что он не откажется, если я его угощу немножко вот такими вот снарядами. Так, напарник, выходи. Ой-ой-ой-ой-ой. Машинисты, ребята, он не шутит. Надо ускориться нам, наверное. Он еще с тесаком там, что ли, мне кажется, нет? Нет, показалось, ребят. Что-то он психует, бежит. Во, подбил я его. Ребят, машинист рассыпался. Надеюсь, это был действительно босс. И вот дальше он нас пропустит, или нет? Фух, прошли. Прикольно, сколько мы заработали с вами, а? 4000 голды, вот это неплохо, кстати. И в общей сумме сколько у нас денег? 5600, ну, ребят, этого мало, согласитесь. Для апгрейда нам нужно с вами... Тут 14000, а тут... 10, то есть нам нужно еще, грубо говоря, сделать одну заходку. Оу, смотрите, что у нас открылось, ребята. Луизиана. Крокодил-скелет, это забавно. Ну что же, я думаю, что вы, наверное, хотите посмотреть, как и я. Что же это все-таки за уровень? Так, мы якобы прибыли в Луизиану, да. Мы спрыгиваем с этого поезда призрачного. И у нас болото. Да, мы прибыли с вами на болото. Давай посмотрим, что здесь у нас за Лузианское болото называется миссия. Комарики? Что-то новенькое, ребят. Ой, ё-моё, это листики, просто листики были. А я уже шуганулся. Так, везде, смотри, опять палит. Опять подсматривает. Иди отсюда. Так, сколько, ребят, нужно расстрелять? Один, это хорошо, что один. Может, напарничка призвать мне, а? Как думаете? Он тут их быстренько почикает всех. Погнали, Роберт. Нет, ребят, это будет напарник наш Джо. Он же у нас был на болоте, помните, да? В болотной атаке, это Джо. Это, короче, уже спустя 50 лет. После последней болотной атаки. Ох, как хорошо, ребята. Обожаю гатлинг. Слушай, ну может быть и костяной лук хорош. Я его не тестил, серьезно вам говорю. Не могу про него ничего сказать вам.
Ну, может быть, он хорош. Так. Пока вроде ничего сложного. Мне кажется, здесь будет босс, знаете, какой-нибудь костяной крокодил. Ну, почему-то вот так вот кажется. Могу, конечно, и ошибаться. Все-таки прикольно сделал, да, такой подсматривает. И там еще на чердаке какой-то дудлик спрятался. Ну, и также тут странные деревья. О, кораблик, ребята, какой-то даже там. Пароход. Иди отсюда, тебе не рады здесь. Так, что-то их тут слишком много, вам не кажется? Да, ребята, их тут эй! У меня и такая штука есть. Кстати, ребята, у нас же там еще есть новые скиллы. Мы их не испробовали, там надо купить, проверить. Че это мы действительно с вами тупим-то? Мы просто зациклились на прокачке оружия с вами. Но скиллы же тоже нужно изучать. Сколько максимальное количество? Три штуки мы можем носить? Скорее всего, три. Нет, четыре. Нет, три все-таки. Три. Для четвертого здесь места как-то нету. Да что такое-то? Эй! А что там случилось, ребят? Почему-то моя барышня была в какой-то электрической паутине. Что-то я не понял, что это такое было. Меня кто-то врасплох там взял или что? Так, давай, Джо, откатывайся, откатывайся. Ты мне нужен. Погнали. А, мы прошли. Слушай, ну первый уровень довольно легкий был. Ребят, мы с вами заработали 8000 монет. Это о чем говорит? О том, что скоро мы с вами можем... А вот что это такое? Миссия 1. А, Ривард у нас здесь. Так, 8 пилюлек еще заработали. Хм. Так, убить скелетов 50, да? И буффало Биллса убить. А вот этих вот, ребята, бани вот этих мы еще пока не видели с вами, зайчиков. Они, наверное, где-то... В других уровнях. Так, ну что ж, давай посмотрим, что у нас, ребята, есть за скиллы. Очень интересно. Так, мы с вами последнее, что открыли, это Джо, да? Наш Джо. Потом у нас вот есть такая фигня. Здесь тоже, ребята, стоит 10 тысяч. Тут 12 тысяч. Тут, видимо, какая-то защита. И тройной дамаг 15 тысяч. Блин, ребят, я хочу что-нибудь приобрести. И вот не знаю. Вот давайте так. Вы мне скажете, что лучше. Купить скилл нам. Или же прокачать оружие. Жду комментариев. Конечно же, ребята, комментариев. Так, Джо, давай, выходи. Мне без тебя здесь как-то кисленько. С тобой мне более уверенней. Че, под такой музончик залипающий идем. Ой, тихо, залипающий. Пришлось, ребят, пришлось так сделать. Че, я расстрелялся? Никого нету, бомблю уже. Так, разносим, разносим. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да что ж ты... Твою же маковку, а. Давай так сделаем. Вот это я понимаю, ребята. Вот это наказание. Слушай, смотри, у нас сколько денег, ребята, уже. 10 тысяч почти накопили. Быстро мы, однако-ся. Да, с Гарлингом тут бабосики у нас просто рекой текут. Так, опять собачка, давай ее пнем. Туда, как говорится, в кучу. Эта собака, с одной стороны, нам даже очень хорошо помогает. Экономим, ребята, на патронах. Да? Да что такое-то? Что вас тут слишком чересчур так много-то? Давай бомбанем. Массовый, так сказать, взрыв сделаем. Ах, как же вы мне достали. Что это за такая штука-то здесь? Они без конца, ребят, здесь прут. Думает, я его не видел, да? Появился где-то из-за дерева и думает, все ему можно. Ага. Халабуда. Отлично, идем. Опс, тихо. Мой напарничек, ребята, исчез. Отработал, как говорится, свое. Ну, мы обязательно с вами прокачаем следующий. Во, 10 тысяч, ребята, мы можем с вами прокачать гатлинг. Да-да, именно гатлинг. Или же все-таки скилл будем учить. Блин, я думаю, что вначале, скорее всего, придется нам прокачать гатлинг, чтобы мы могли с вами здесь, ну, посолиднее наказывать этих врагов. А уже потом, наверное, мы сможем накопить себе на скилл какой-нибудь. Пока, в принципе, у нас неплохой. У нас есть массовый взрыв, да? Чё там, машинист? Где этот машинист опять? Давай, давай его наказывать. Это, ребята, уже не босс, это уже тебе обычный моб. Вот так вот. Ну-ка, давай-ка, выходи, напарничек. Давай-ка мы с тобой покажем, где раки. Блин, там он не один, по-моему. Ой-ой-ой-ой, я попался. Ну, что ты будешь делать-то с ним, а? Смотри, какой жук. Есть, мы его побили. Но это, по-моему, один. Там еще второй вроде был, нет? Нет, показалось.
Напарник, ты не вовремя исчез, парень. Ты мне нужен. По-моему, прошли, ребят. Скорее всего, здесь будет уже наша оружейка. Мы до нее дойти должны. Ну, да, отлично. Время 2,5 минуты. Нет, не 2,5, 2 минуты, ребят. Даже 3, я бы сказал бы. Так, получаем ревард. И теперь мы с вами будем улучшать. Улучшать гатлинг. 10 тысяч. Эх, жалко, конечно, но ничего не поделать, ребята. Надо изучать. А 9 уровень, как мы понимаем, это максимальный. Максимальная прокачка будет. Ну что же, теперь, наверное, нам еще надо купить немножечко боеприпасиков, да, для этого вида оружия. Так, хватит у нас тут. Хватит. И попробуем с вами пройти следующий уровень этой миссии. 3-й. Ну-ка, давай посмотрим, насколько у нас стал сильнее гатлинг. Хотелось бы мне проверить. Хотелось бы... Чё там? Алту-ау? Чё там написали? Непонятно. Смотрите, опять ханорик подсматривает какой-то. Так, ладно, это шелуха. Пока, ребят, шелуха все. Так, опять там паромчик. Идем, ребят, идем. Ковбойщики. Чё-то не могу понять. Вроде гатлинг как бы улучшал, а... Не чувствую дамага, ребята. Не чувствую. Так, молодец, дружище. Прикрываешь, умница. Так. Кстати, а их же, по-моему, тоже можно прокачивать, да? Ну, я имею в виду вот этого нашего скелета Джо. Его, по-моему, тоже можно прокачать. Я вот не помню. Надо будет глянуть. Пройдем с вами миссию и посмотрим. Ух, массовый бомбежкин был. Так, тихо. Хорош. Врасплох меня взяли тут. Воу. Так, ребята, ну я не знаю, тут слишком их много. Так, еще буфало идет там у нас. Как раз нам нужно его, ребята, сколько там, 5 или 6 штук подбить. Для того, чтобы выполнить задание. Слушай, ты достал уже, серьезно. О, так, собачка, иди отсюда. Да что ж ты будешь делать? Джо, выходи, помогай. Не могу справиться без тебя. Что-то вообще заколупали. Просто офигеть, сколько их здесь. Дай аптечку, мне аптечка нужна. Вот. Блин, еще и машинист там идет. Зашибись просто. Ну. Сковородка прикрывает одно место, придурок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Так, тихо, опять бросает свою бомбочку. Так, опять прикрывает там свое хозяйство, да? Отлично, подбили мы его. И закончились у меня патроны-то, грубо говоря. Фух. Все, надеюсь, да? Это были последние чувачки, которые мне мешали здесь пройти дальше. Да, ребята. И времени у меня 2 минутки. Так, на всякий случай вызову. Все равно ничего не потеряю от этого. Так, что? Сурвивал? Где? Какой сурвивал? Где выживший? Или мне нужно выжить? Что? А, я выжил. Все, отлично, ребятули. И 5700, почти 6000 голды заработал. Так, ну что мы хотели с вами посмотреть? Мы хотели посмотреть, можно ли прокачивать наших вот этих персонажей. Ребята, можно. Смотрите, чтобы второй уровень получил наш скелет, нам нужно 15000. То есть, как сам факт, его можно улучшать. И это хорошо. Ну что же, на этом, пожалуй, мы сегодня будем закругляться. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим мочить этих всех зомбарей, нежити, скелетов и так далее. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.